Так, всем привет! Приехали мы в район Двухякорной бухты, решили погулять немножечко. Сейчас идем по какому-то дачному поселку. Ну, сзади, пока горы пустырь, идем в Двухякорную бухту. Хотим там просто погулять, посмотреть, полазить, фильм поснимать. Ну, сейчас посмотрим, куда мы выйдем. Нас немножко завезли не туда, куда надо. Приходится возвращаться. Ну что, погнали. Ну вот, забрались мы, я не знаю куда. Отошли от этого гостиничного комплекса. И идем в Двухякорную бухту. Там везде обвалы. По морю не пройти. Вон, берег машет сверху. Так что отправляемся. Вот, я не знаю, куда мы там отправляемся. Но идем, ветер сносит. Ползем в гору, обходим завалы, а на море, а море, как всегда, обалденное. Рябь, волнышки поднимаются, ну это так, белые барашки. А мы чешем куда-то. Сейчас куда-нибудь дойдем и покажем вам. Ура! Спустились мы к морю, вот оно, штормит. Ляпота тут, конечно, обалденная. Солнышко вышло, нам в спину светит. А мы идем вдоль штормящего моря в бухту, Идем гулять. Ляпота! Посмотрите, прибой, барашки. Сквозь тучи выглядывает солнышко. И дико луна обрамляет эту Двухякорную бухту. И вот такой прибой. Как здорово, что мы сюда поперли сегодня гулять. Они остались дома. У меня внеплановый выходной. И он проходит не зря. Шикарнейший вид открывается отсюда. Штормящее море, что усиливается. Барашки все больше и больше, волнышко. Солнышко проблескивает сквозь тучи, улыбается нам. Нависшие глиняные особи, обрывы прямо под ними мы прошли. И залив. Вдалеке виднеется Аргентидзе. Замечательный вид, посмотрите, как классно. Выход не удался. И мы с вами опять гуляем. Опять смотрим нашу прекрасную природу. Просто завораживаем. Ну что, идем вдоль берега. А вверху я нашла как норку. Ее посмотрите, под какими скалами, нависающими над нами. Ну, скалы, грубо говоря. Так, это песчаный уступ. А вверху нора. Я не знаю, кто в ней живет. Ну, наверное, какая-нибудь лиса доживет там. Посмотрите, прямо наверху там кого-то. Нора, нора. Мы ее нашли. Посмотрите, вот такая насыпь прямо над нами. Конечно, не советую стоять здесь, я стою. Но в любую секунду готова бежать, потому что под ветром, под дождем оно осыпается. А мы находимся прямо под ней. Ну что, отправляемся дальше. Говорят, назад мы не пойдем. Будем пытаться перевалить через гору. Ну, скорее всего, так будет лучше. Выйдем прямо в район карантина или куда-нибудь в Феодосию. Отправляемся. Идем, а тут также возвышаются над нами такие земляные скалы, обрывы. А с такой земляной породы выход
выход плитника. Такое ощущение, что это люди выкладывали стенку, и она вот так вот поддерживала эту земляную насыпь, осыпь. А нет, это все природные выходы. Гляньте, по таким вообще крутым местам мы сегодня с вами путешествуем. Ну вот, все-таки решили уйти с бухты. Тут такой ветер пронизывающий, уже прохладно. Хотят подниматься по ущелью наверх на ТПЛ-ба. Ну что, хотят, значит, идем и мы с вами туда. Нам же все равно. Главное, чтобы было красиво, прикольно, классно. Так что отправляемся. Ну что, поднялись с вами выше, наверх. Пытались спрятаться от ветра, который около моря. А тут еще больше сносит ветер. Ну что, возвращаться дальше некуда. Остается только в гору. И еще для полного счастья пошел дождь. Вот по ощущению непонятно, дождь или дождь со снегом. Но нам только вперед. Вот туда. Опа. Наверх. Через сосны. И назад. Нет, дальше. Давай. Развлекаться. Не сахарный, не растает. Не знаю, слышно меня из-за ветра или нет. Сносит снос в лицо, как градик, дождик. Вот поднялись мы наверх, ветер так задувает, что выключает мой телефон сам, ветропотока, ветер выключается. Мы находимся на назад возвращаться на место не сложно. Идти нам только вперед. Чуть-чуть, и мы доберемся. Не знаю, услышали вы меня или нет, но вот такой классный денек у нас сегодня получается. Место между Феодосией и Орджоникидзе. Лома, двуякорная бухта и маленькие наши крымские горы. Вдалеке массив Карадаг. Вот такая у нас красота. А вот наши маленькие горы. Ну что, продолжаем свой путь. Я не знаю, что там получилось. Ветер, конечно, не дает снимать. Извиняюсь сразу за качество съемки. Он выключал уже несколько раз мне телефон. Нам вот туда еще на гору, мы только на полпути. Циклоп, конечно, застал нас в дороге. Должен был позже, пошел раньше этот дождь со снегом. В лицо колет, как осколками стеклышек. Боль такая. Ну ничего, мы идем. Ради таких кадров можно и здесь такую погоду походить. Я даже не представляю, мало вообще кто пойдет в такую погоду лазить по горам. А мы с вами все в любую погоду лазим. Поэтому мы путешествуем зимой и летом, и под снегом, и под дождем. Вперед! Что, мы с вами почти у цели. Поднялись еще выше. Тут
немножко затишек, и хоть что-то можно снять, кроме ветра. Посмотрите, какая красота открывается с высоты горы. Просто дачный поселок перед Орджоникидзем. Там вон, значит, виднеется Орджоникидзе. Горы. Вдалеке вон, где как ладони. Посмотрите. И все испрещено тропами, дорожками. Дорогами. Тут ходят, гуляют. И все любуются нашей красотой. И мы с вами здесь. Такой классный денек. Ну и что, что ветер, ну и что, что снег зашли. Зато, кроме нас с вами, здесь никого нет. Ляпота! Ну что, мы это с вами сделали. Мы почти на вершине горы. Да, тяжелый, затяжной подъем. Под сильным ветруганом. Под дождем со снегом. Под ветром. Но это впечатление, которое мы получаем здесь, оно стоит того. Мы около сосен. Мы наверху. Ура! Мы на высоте птичьего полета. Правда, по такой погоде даже птицы не летают. Но ничего. Что на ветер, А внизу какая лава. Хмурое небо. Начинающий шторм. И мы над морем. Опять выключила у меня телефон потоком ветра. Даже не знаю, на каком моменте. Но мы идем вперед. Скоро перевалим на Феодосийскую сторону горы. Так что мы ТПЛБА покорили почти в лоб. Ура! Слушайте, какой ветруган и как шумит ветер в таких вот кустах. На вершине горы переваливаем уже в сторону Феодосии. А вот тут раньше, посмотрите, в этом котловане было полное озеро. А сейчас осталось мокрое пятно и притом замерзшее. Минус на ветру. Ветер сдувает с ног. Но мы уже просто сдувает с ног. А думала, ветер будет меньше. А ничего. Паша, это мой привет тебе. Я нахожусь сейчас на горе, около озера. А внизу вот там родник. Помнишь, мы поднимались с двухъякорной бухты. Еще Скрябина, Димка Ихно, не помню, кто там еще был. У меня даже есть старая фотка. К роднику я не спускаюсь, потому что уже темнеет, надо выходить. Но родник действует. У нас есть там с тобой еще эта фотка, я не верю, пришлю, если ее найду где-то. Так что привет из Крыма, с родника. Почти с родника. Я на нем уже второй раз. С того момента, как мы с тобой там были. Так что все остается по-старому. Ну вот. Добрались мы даже до конденсатора Зиполь. Когда в прошлый раз вам снимала, здесь такого не было. Тут был сплошной лес. А теперь сделали его архитектурным памятником. Посмотрите, установили баннер с описанием самого
конденсатора. Какая чаша была. Зибальд. Это феодосийский лесничий, как я говорила, Зибальд. Активно, который занимался озеленением Крыма. Подбирал деревья и растительность, которая растет в нашей природе, в нашем климате. И он же был основатель единственного в мире действующего конденсатора. Во Франции его пытались воспроизвести, но так ничего он и не сделал. Посмотрите, вот такие каменные кучи конусом здесь выкладывались. По ним оседал туман, конденсат, и по трубам спускался в саму Феодосию. Вот такое было снабжение Феодосии водой на тот момент. Он делал несколько конденсаторов. Это самая большая чаша действующая, а остальные так и не действовали. Еще какой-то памятный типа знак. Я не знаю, может, просто какую-то глыбу сделали здесь. Пойдем посмотрим. Ну, не знаю, что-то пытаются поставить, какой-то знак. Наверное, что-то вырубят. Какую-то плиту, надпись сделать, потому что, посмотрите, залили цементом опалубок и установили вот такой знак. Когда мы тут были весной, этого еще ничего не было, только было в планах. Так что теперь наш конденсатор Зибальда на горе. Официальный археологический памятник. И здесь будут проходить экскурсии, проводиться. Ну что, мы на горе. Решила уже заканчивать свое видео, потому что солнышко село. Тучки на небе. Стемнеет сейчас очень-очень-очень быстро. Поэтому вот такое экстремальное путешествие по ветру, дождь со снегом, горка в лоб, двухъярусная бухта. Ну, короче, вообще красота. Мы с вами совершили вместе. Так что до новых встреч. Пока-пока. Жду вас. Все на канале. Я не знаю. Я уже, конечно, отключилась и микрофон отключила, но я не удержалась. Посмотрите, какой вид с горы. А самое смешное, что я включилась. Мы идем в темноте. Идем. И мы на вот эту дорогу сначала перешли, переступили ее. И нам проводник говорит, там, туда, дальше мы спустимся куда-то там. И мы пошли, сделали громадный круг по террасам между сосен, вернулись назад и вышли на ту же самую дорогу. Так что классно, погуляли, спать будем крепко. Вокруг Феодосии мы круг сделали. Прикольно. Ну, самое главное, посмотрите, какой вид, просто шикарный вид на ночную Феодосию. А тут вообще обалденный вид открытия на нашу Феодосию. Она вся светится, сияет, мигает. Нина там просится сфотографироваться. Сейчас попробуем, что получится. Посмотрите, как шикарно.